Одесса, 17 июля 2023 года. Ночь с 16 на 17 июля в Одессе прошла спокойно, напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных прилетов и прилетов дронов-камикадзе в Одессе области зафиксировано не было. Ночью 17 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту. Крымский мост получил значительные повреждения, движение остановлено. Утром 17 июля подошли свежие сводки с фронтов, с которыми я вас хочу ознакомить. Итак, враг два дня подряд активно пытается наступать на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут упорные бои. Положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки. На Бахмутском направлении мы двигаемся постепенно вперед. На южном фланге, вокруг Бахмута, каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции. Враг непрерывно атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг обстреливает нас. На Авдеевском и Марьинском направлении враг пытается продолжать наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений. Ночь в Одессе была безоблачной. И до конца дня небо будет оставаться ясным, без осадков. Температура воздуха от плюс 21 до плюс 30 градусов. Народный прогноз погоды. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень рано наступит. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба, спокойного дня и, даст Бог, до новых встреч!